Люди уже проснулись. Сейчас Ути заправит кровати и пойдем умываться. Ути уже умылись, сейчас идем кушать. Пока я ела, Ути стоят на голове. Но мы же тоже ели. Мы наелись и ушли. Но на голове зачем стоять? Не знаю. Сейчас я буду заполнять журнал школы, которая в Телеграме у меня. Я ее скидывала в сообществе. Сейчас заполняю страничку с математикой. Вот тут А, Б, класс, Г, В. Кстати, у меня есть новенький пенальчик. Я наклеила сюда такой стикерс. Он вот такой... Этот пенал вот такой в клеточку розовенький. Тут у меня вот много чего лежит, но мы с вами его заполняли черт видео. И с ним я так никуда и не сходила, потому что я заболела. Сейчас сплету из бисера вот такую лапку. Вот, она будет такая розовенькая и вот такой черно-серого. Я сплела одну половинку, ну вот она чуть расплела сейчас. Вторую потом сплету, сейчас как-то не хочу уже больше. И, кстати, вас уже 28, спасибо. А на втором моем канале про бисер там уже 502, по-моему. Уточки уже снялись в двух видео-шортс, можете их посмотреть. Но сейчас я хочу сделать такой, как магазин для уточек. Он будет вот тут под столом моего брата, но как бы он по ним не занимается, они всегда делают уроки в зале, поэтому пускай будет тут. Я соберу отсюда все лишнее, так это пускай лежит, тут домик Гаса, и его, мой телефон старый лежит, тут его, короче, вещи. Потому что не всегда удобно хранить посуду, ой, не посуду, еду вот тут. Не хватает места. А там они смогут ее покупать и как бы не будет вот так вот все заполнено. У нас есть вот такая касса. Я ее сейчас достану. Я нашла корзинку. Тут тоже какая-то еда лежит. Вот корзинка, чтобы когда покупали, мы могли ложить в корзинку. Вот такая пластиковая корзинка. Вот так у меня получилось. Тут стоит... покупки, касса и корзинка. Вот тут у меня не осталось органайзеров, но потом найду какие-нибудь. Ой, я забыла вот тут убрать еду. Сейчас Роза пойдет в магазин. Здравствуйте. Здравствуйте, что бы вы хотели? Я сейчас выберу. Так, нужно взять булочки. Вот булочка, сейчас положу ее в корзинку. Еще одна. Сыр. Наггетсы. Ого, какие-то новые хлопья. Берем. Так, ну эти я уже брала. Я взяла другие. Каша. Пускай будет с яблоком. Овощи пока не буду брать. А, котлетки забыла. Котлетка. Ну еще возьму рыбку. Нужно выбрать шоколадку. Возьму Милку. Пельмешки или макарошки? Наверное, пельмешки. Нужно взять пюрешку. Один. Два. Три. Четыре. Хорошо, что этот магазин находится рядом. Я смогу что-нибудь каждый день хоть покупать. Вы закончили? Да, я закончила. Можете пробивать.
Вам пакетик нужен? Да. До свидания. До свидания. Ах, Милка, смотри, сколько я еды купила. Ой, какая молодец. Ну, давай, показывай. Так, Роза, что ты там купила? Ну, как там новый магазинчик? Хороший? Да. Там господин Барсик. Господин Барсик, кассир? Да. Хорошо. Так, вижу, Милку купила какие-то новые хлопья. Угу, агуши. Ну да, все как надо. Молодец, Розочка. Ребята, я же посмотрела свой канал. У вас уже 35. Сейчас уже вечер. Где-то, даже не где-то, а уже 7 часов. И я хочу прибраться. Потому что, ну, как бы, вы понимаете. Потом буду делать уроки. А потом решим. А потом решим. О, печенька. Ути дам. Ладно, я сама съем. Вот так я убралась. Брат смотрит мультики. И Ути подсматривают. Сейчас я им поверну, чтобы лучше видно было. Вот, прекрасно смотрят мультики. А я пойду гладить их одежду. Сейчас выберу одежду, которую я буду гладить. Но я знаю, что нужно погладить вот эту кофточку. Дальше надо еще вот эту маечку. Иду гладить эти две кофточки. Вот, я погладила. Я уже положила кофточки на пол. Сейчас буду делать уроки.